Департаменты образования Новосибирска и Москвы сегодня подписали меморандум о сотрудничестве. Оно будет взаимовыгодным. Фактически это признание достижений новосибирской системы образования. Мы всегда считали и считаем, что город Новосибирск нашим партнерам всегда интересен. Это научный, образовательный, культурный центр. И наш опыт, он, конечно же, безусловно вызывает интерес у наших коллег из других регионов, из других городов. Прежде всего, соглашение станет стимулом для обмена передовыми педагогическими технологиями и для повышения квалификации учителей. Оно позволит использовать ресурсы столичных школ. Москвичи после визита в новосибирские школы дали положительную оценку работы системы образования. Были готовы к тому, что мы увидим очень интересную систему построения социального партнерства, раннего выявления и выращивания талантов детских, одаренностей детских. Мы предполагали, что увидим очень раннее и глубокое построение инженерного образования. И мы не ошиблись в своих прогнозах. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!